Павлодаре начали тренировать детей по национальным видам спорта – кокпар и аударспак. В настоящее время проводятся ознакомительные занятия в двух группах. Более подробно об открытии секции смотрите далее. За месяц до начала тренировок на секцию по национальным видам спорта успело записаться 30 желающих. Будущих наездников в возрасте от 10 до 25 лет поделили на две группы. Пока тренировки проходят 3 раза в неделю продолжительностью 1,5 часа. Впервые в Павлодаре запустили такой тренировочный процесс. Сейчас пока детей обучаем контакту с лошадьми, теория, практика. Дальше уже, да, конечно, соответственно, будем выставлять на соревнования. На данный момент просто сейчас идет обучение. Тренировочный процесс проходит на бесплатной основе. В летнее время с мая месяца по октябрь тренировки будут проходить на улице, в зимнее – в зале. Айтмухану Сарсенбай 10 лет. До занятий ему приходилось ездить верхом только в ауле. На секцию меня привела мама. Мне нравится здесь заниматься. Сегодня я узнал, как правильно сидеть на лошади и научился верховой езде. Примечательно, что для занятий по кокпар и аударспак спортсменам не нужно покупать специальную экипировку. Достаточно принести с собой спортивную форму. Все остальное выдается на месте. По словам руководителя отдела физической культуры и спорта, набор желающих группы по вышеназванным видам национального спорта будет продолжен. Ринат Абдулкаюмов, Зулкарнай Ермуратулы, Амир Ерланулы, Ертыс Акпарат.